Toast to freedom. Here's our toast to freedom. Toast to freedom. Here's our toast to freedom. Смотрит это видео, с вами я, Настя Настасина, и сегодня я в Нью-Йорке. Мы увидим с вами очень интересное местечко. Я сейчас нахожусь в самой большой синагоге города Нью-Йорк. С неба падает весна, оставаясь на земле. Это что-то для меня, пишет письма о тебе. Не простить и не прогнать в этот омут с головой. И будет биться через край наша с тобою. На мокрой крыше не мой госпел. Тебя услышать я не успел. Твой город дышит метелью сна. Меня услышать ты не должна. И Боинг через океан к другим материкам тебя уносит насовсем. И тонет в серых облаках серебряная птица мечта 737. Мы здесь, в Нью-Йорке, на Манхэттене. Здание огромное. Его можно отыскать именно здесь, в Нью-Йорке, на пересечении Парк Авеню и 65-й улицы. Спасибо всем, что смотрели мое видео. С вами была я, Настя Настасина. Всем удачи и хорошего настроения. Пока-пока! Заточил мою лирику в камень, останови меня. Моя память устала, как старый видак с пережеванной пленкой. Возвращая в мое тело душу ребенка. Неспроста так манят далекие страны. Бритва остра, но все же тупее катаны. Здесь неплохо, но там, видимо, рай. Лети, лети, улетай, улетай. На мокрой крыше не мой госпел. Тебя услышать я не успел. Твой город дышит метелью сна. Меня услышать ты не должна, не должна. И Боинг через океан к другим материкам тебя уносит насовсем. И тонет в серых облаках серебряная птица мечта 737.